Блинчики из кукурузной муки. Получаются очень тоненькие, вкусные и с хрустящим краешком, который так многие любят. Всем приятного просмотра. Разбиваем 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки сахарного песка, пол чайной ложки соли. Взбиваем все в пышную пену миксером на низкой скорости. Добавляем стакан молока 250 мл и 85 грамм кукурузной муки. Теперь это все перемешиваем до однородной массы на низких оборотах. Тесто накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 40 минут. Тесто у нас постояло, теперь мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла. И все аккуратненько перемешиваем. Уже лопаткой, чтобы у нас мука осела, это нужно хорошо перемешать. Первый раз мы смазываем сковородку маслом. Следующий раз, на следующий блин нам смазывать уже не надо. Тесто мы поднимаем как бы снизу муку, перемешиваем перед каждым блином. Наливаем на сковородку, размазываем. И жарим примерно минуту 2. Одна сторона пожарилась, переворачиваем наш блинчик. Из этого количества теста у нас получилось 8 вкуснейших тоненьких блинчиков с хрустящими краешками. Если вам понравился рецепт, то поддержите нас своей активностью.